Бывший профессор считает, что взрывать малопосещаемые церкви дешевле и практичнее, чем сохранять их и восстанавливать. На месте взорванных святынь бывший профессор предлагает ставить более популярные храмы. Господин Хамар, бывший декан и профессор этики, заявил в интервью шведскому изданию, что снос малопосещаемых церквей принесет больше пользы, чем их реставрация и реконструкция. Число постоянных посетителей церквей по воскресеньям за последние десятилетия упало в Швеции с 9 до около 4,6 миллионов человек. На сегодняшний день, по словам Хамара, большая часть церквей в Швеции использовалась в лучшем случае раз в месяц. По мнению профессора, чем консервировать никогда не используемые церкви, которые перестали посещать прихожане, тратить деньги на поддержание их состояния и ремонт, намного проще их взорвать и освободить бюджет для более популярных храмов.